Всем привет! Сегодня полезное видео, как можно поставить живые обои на телефон Android, ну либо на любое устройство на Android. А есть еще нулевой способ, когда просто без использования каких-то программ можно поставить любое видео. Например, вот смотрите, у нас есть видео, да, просто заходим и через настройки ставим его как обои. Но при этом видео должно быть до 15 секунд. Если видео больше 15 секунд, нажимаем «Изменить», выбираем тот отрезок, который нам нужен. Вот так вот. Да? И нажимаем «Готово». Идет сохранение видео. И затем уже можно установить как обои. Но единственное, что это будет применимо только к экрану блокировки. Смотрите, блокируем. То есть и на экране блокировки у нас появляется видео. Это, можно сказать, такой нулевой способ. Без использования каких-то программ. На главный экран так поставить нельзя. На главный экран можно поставить с помощью программ. Это будет первый и второй способ, который будет далее. Здесь у нас более мощный телефон и более слабенький. Ну и там этот способ работает, но видео будет два способа. Если вы уверены в том, что у вас телефон мощный, то используйте первый способ, про который сейчас покажу. Если нет, то используйте второй. Смотрите, в чем фишка. Он работает и на экране блокировки, получается, у нас идет видео, причем видео идет со звуком, и на главном экране. Но если на более мощном телефоне, сейчас покажу, допустим, вы захотите включить какое-то видео, ну, допустим, у нас есть видео, просто его включаем, воспроизводим. Когда оно воспроизводится, соответственно, да, посмотрели, выходим обратно. Обои у нас работают и на главном экране, и на экране блокировки. Видите? Вот. А на более слабом телефоне, соответственно, если мы захотим воспроизвести какое-то видео, ну, допустим, вот это вот, воспроизводим его, ну, к примеру, посмотрели, и когда выходим, то вот эти вот живые обои, они просто зависают, что на главном экране, что на экране блокировки, они просто зависают. И сейчас покажу для более мощных устройств какой способ и для слабых устройств. Ну, если вы уверены в мощности своего телефона, то, естественно, используйте первый способ. Итак, погнали. Первый способ. Идем в Play Market и набираем вот так вот видео wallpaper. Затем выбираем вот это вот приложение и устанавливаем его. Открываем. Появляется сообщение, но здесь набираем вот сюда вот «Попробуйте ограниченную версию». Здесь нажимаем «Разрешить». Телефон считывает у нас файлы, которые есть на внутренней памяти. И выбираем, ну, вот это вот, допустим. Вот он, видите, у нас показывает «Включи звук» и масштабирование, чтобы он нормально у нас располагался на экране. Соответственно, можно выключить звук и масштабирование тоже. А если у вас еще платная версия, то при нажатии два раза по экрану можно будет останавливать видео. Итак, давайте поставим и тот пункт, и вот здесь нажимаем «Установить как обои для запуска». Затем нажимаем вот здесь «Установить фоновый рисунок» и выбираем главный экран и экран блокировки. Ну, либо просто главный экран. Я выберу и то, и то. Нажимаем «Ок». Здесь закрываем и выходим. Все. На главном экране у нас работает. И на экране блокировки, соответственно, тоже работает. Ну и далее я покажу второй способ для более слабых устройств, если этот способ будет тормозить, как мы показывали в начале, и будет вот так вот зависать.
небольшое дополнение. Если вы захотите убрать данные обои, то можно зайти и через программу это сделать. То есть заходим вот сюда в настройки и нажимаем «Отключить обои». Нажимаем «Ок». И все, у нас становятся стандартные обои, которые были до того, когда мы установили приложение и включили там настройки. Итак, второй способ, если у вас более слабенький телефон, чтобы не тормозило, идем в Play Market и в поиске набираем GIF редактор, а потом GIF Live Wallpaper, то есть нам нужно скачать два этих приложения. Сначала скачиваем GIF редактор, нажимаем установить, нажимаем открыть. Разрешаем. Так, здесь нажимаем дальше. Это он показывает нам, какие функции есть на телефоне и что они значат. Так, дальше. Готово. Нам нужен вот этот пункт видео to GIF. Ну, как со стрелочкой такой. То есть, и открываете то видео, которое вам надо. Ну, давайте вот это же откроем. И затем нужно будет нажать «Готово». Идет обработка. Нажимаю вот сюда. Здесь можно, кстати, изменить некоторые параметры, если захотите. И вот потом ставите галочку. Выбираете вот здесь качество. Давайте поставим высокое, обычное высокое. Все. GIF-файл у нас сохранился. Теперь идем в Play Market и скачиваем приложение. Так, где оно? GIF Live Wallpaper. Вот это вот. Вот оно. Вот с таким значком. Так, установить. Открываем. Так, здесь нажимаем «Разрешить». И смотрите, теперь нам нужно будет вот здесь вот нажать «ОК». Так, и потом загрузить еще файл. Нажимаем вот сюда вот на значок со стрелкой. Здесь нажимаем ОК. А у нас открывается то, что откуда открывать. Выбираем галерея, можно нажать только сейчас. И вот он наш GIF файл. Нажимаем по нему. Так, пока что написал какую-то ошибку. Сейчас подождем еще. Здесь, кстати, можно менять. Можно в качестве background image поставить вот сюда еще какую-нибудь картинку, а затем сверху поставить GIF изображение. Так, ставим обратно GIF. Вот здесь вот. Так, и нажимаем на стрелочку опять загрузки. Так, только сейчас. Так, что-то не хочет у нас открывать почему-то. О, пошла загрузка. Так, и вот он у нас открылся, этот файл. Затем растягиваем его так, как нужно. Давайте вот так вот сделаем. И нажимаем вот сюда на галочку. Все, нажимаем вот сюда «Установить». И выбираем главный экран и экран блокировки. Все, у нас устанавливается и на главный экран, соответственно, и на экран блокировки. А теперь идем и проверяем. Включаем какое-нибудь видео, например, вот это мы, по-моему, включали, да? Смотрим и проверяем, зависнет ли у нас на главном экране потом или нет. Так, выходим. Все, как видите, работает. То есть, если бы мы использовали программу, как вы видели в начале видео wallpaper, вот эту вот, то при воспроизведении видео затем у нас на главном экране и на экране блокировки вот это вот все зависало. А при использовании программ GIF редактор и GIF Live Wallpaper у нас все работает, как видите. Все. Если вы захотите
обратно поставить те обои, которые у вас были. Можно вот здесь вот нажать по экрану, либо просто зайти в темы и сразу поставить стандартную тему. У нас в данном случае телефон Samsung. Нажимаем «Мои материалы» и ставим вот по умолчанию «Применить». И у нас поставится тема, которая стандартная на телефоне установлена. Все. И на экране блокировки также. Кому видео помогло, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока. До свидания. До новых встреч.